Итак, вы видите поле VSL-2, окулировка. Посадили в апреле месяце маленькими подвойчиками из теплицы, выращенные посредством в тумане. Вот были подвойчики где-то 3 миллиметра в диаметре, вот такие вот маленькие. И под капельным орошением, смотрите, они выросли там, где мы окулируем, до диаметра 8, даже 12 миллиметров, что для окулировки очень хорошо. Заокулировали, теперь будем снимать завязки. Смотрим 100% приживаемости. Вот что бытует в прессе и в кругах научных, что плохая приживаемость на некоторых питомниках достигает даже 30%. У нас такого нету. Все сваливает, что пораженные вирусом ВСЛ. Не наблюдаем мы визуально, что вирусом пораженные. Может, если бы тут был вирус, приживаемость была очень низкая окулировки. У нас уже много лет 100% все приживается. Видимо, не только участвуют в этом ВСЛ, а также зараженные черенки. Если чистые черенки сортов, тогда будет намного лучше приживаемость. Но мы никогда не видели, чтобы не было приживаемости 100%. У нас много лет 100% приживаемость. Итак, на следующий год тут будут саженцы с кроной.